Эй, ребят! А кто с каких лет вообще Высоцкого слушает? Нет, вот, интересно. Нет, не, потому что вот все Высоцкие там хаба-хава, там туда-сюда. Шести. Вот один из шести слушает. Кто с скольки? Чего, и все побежали уже сразу. Ну что, кто с скольки? Или по радио шансон там услышали первый раз? Ноль. А? Ноль плюс. Че плюс? Ноль. Zero. Из живота, что ли? Колыбели, да. Вот у меня супруга, допустим, вот у нас там Надюшка. Вот. Да, вот там снаряд, а у вас снаряд не такой. Даже раньше. Прям снаряд, да? Давай, давай. Кто журналист спросил, вы вообще это, со скольки лет вы помните Высоцкого? Я говорю, ну как я, в 84-м родилась, и, собственно, я не помню, но я знаю, что все ходили с гитарами. И, в общем-то, пародировали Высоцкого, и тембр пародировали. И где-то вот откуда-то оттуда я узнала, услышала о Высоцком. То есть, на самом деле, не помню, не знаю и не воспитывалась на его песнях, но вот я просто организатор. Что обидно, что все время Высоцкого перепевают. Получается вот на эти вот, да? Ля минор, да, обычно? И от него никуда не держишься, при Высоцком, да? Ну, как бы хотелось поговорить. Немного, да? Ну ладно. С матерью и батей, на Арбате здесь бы так, а теперь я в медсанбате, весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер тот сосед, что справа, то, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал, послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы, он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. А сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Да даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Ухмылялся, мол, не встанешь, не увидишь, молчал. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если был я не калекой и слезал с кровати вниз, я тому, который слева, просто блок бы перегрыз. Умолял сестричку главу показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал? Сказал. Спасибо.